Так, что это у нас тут? Это у нас вот такая вот пасочка. Это мы заказывали и оплатили несколько дней назад. Взяли еще одну такую пасочку для проращивания травки. Вот для котиков. Одной рукой, конечно, мне тяжело это все делать. Помните, я вам рассказывала? Так, сейчас, секунду. Это от компании Кэджой. Меня просили рассказать об этой пасочке. Значит, смотрите. Вот здесь вот такой вот есть, видите, вымочка. Когда вы сюда наливаете воду, а сюда вы ложите рассаду, да, то лишняя вода, она просто вытечет вот в такую штучечку. Но она не, вас не вытечет на пол или там со стола. Почему? Потому что, видите, есть такой вот защитный ободочек. То есть, если вы выращиваете вообще рассаду дома или травку для котиков, или вообще что, вот эта вот штучка, это просто уникальная вещь. Так, размер. Ну, вот приблизительно, видите? Там где-то были размеры, сейчас я посмотрю. Меня спрашивают, в принципе, это можно на сайте было посмотреть, но... Размер этой штучки, сейчас, просто люди ленятся смотреть что-либо в интернете и обязательно спрашивают меня. Ну, а я с радостью делюсь, вы же знаете. Так, ну здесь размер на этой штучке не указан. Вот, видите, хотя может быть. Ладно, суть не в этом. Так, потом, смотрите, вот есть такой вот наполнитель у компании Кэджой, 100% натуральный. Сейчас вам покажу. Это 15 килограмм. Так, вот, размер вот этих бубочек. Вот они вот такие вот светлые. Это экологически чистый материал. Также меня просили показать, как, ну, часто в личку пишут, вот эти бубочки. Вот. Они очень хорошо впитывают. Так, ну сколько здесь литров? Сейчас посмотрю. Не знаю. Нам хватает его надолго. Это такой вот 15 килограмм наполнитель. Так. Ну, в общем, про наполнитель я вам рассказала. И еще, значит, вот, взяли мы еще такой коврик. Обалденные. Также есть компания Кэджой. Это под мисочки. И, кстати, здесь прекрасные есть вымочки. Вот. И либо под лоток с наполнителем. Очень обалденный. Оно все задерживает. Так, из чего это материал? Такая неплохая себе резина. Знаете, такой вспененный материал. Вот. В общем, компания под Кэджой там очень много. А когтеточки там, слушайте, у нас уже год там вот этот вот домик, кошка с ушками, да, и держится, учитывая то, что точат от нее когти все. В общем, такая вот у нас сегодня распаковка с котанами. Да, Ладуся? Ладусейма? Вот. В общем, подписывайтесь на наш канал, нажимайте колокольчик. С вами был канал Cat Family. И вот такая вот у нас распаковка с котанами. Бай-бай. Иди, моя зюпа. Прошу прощения.